Вот где наши девушки здесь. Сидит прямо на дороге. Сколько раз гонял. С дороги не сходит. А ну-ка иди сюда. Сюда иди. Бегом сюда идите. Ульяна, бегом сюда. Что? Я вам говорил, нет, что на дороге не играть? Да. Ты прямо на дороге сидишь. Зачем? Объясни. Зачем, когда дорога для машин? Зачем ты на дороге сидишь, который раз все вот вижу? У нас тут мальчик один, все время его летом гонял на дороге, и потом машина задавила его. Ну я вижу, если машина. То есть ты не слушайся опять. У тебя послушания абсолютно никакого нету. Заходи сюда, из ограды больше не вылезете. Заходи, а ты рядом стоишь, никогда слова не скажешь. Такая девочка хорошая и безразличная к подружке. Вот играйте, тут большая ограда. Играйте, вон садок есть. Смотрите, сходите в сады. Посмотри сюда, глянь. Не ходи в комнату. Вон, смотри, там яблони, все, сады. Пройдите, там можно играть сколько. Только на это не наступай, на деревянные. Они скользкие, упадешь. Вон туда, обойди вокруг, потихоньку. Вы себя берегите. Такие хорошие девочки будут повреждены. Потихоньку. Там ничего не ломайте, только посмотрите, какие цветы растут, какие деревья, какие ягоды будут. Вот у нее, видишь, когда она ловкая такая девчонка-то. Ступай с ней вместе. Никогда одна не сиди. И с глаз наших, чтобы не уходили, нас, чтобы видно было. Сохранить девчонку, это же не так просто. Такое безразличие, столько детей воруют. Размонтируют на запчасти, вон попали, показали. Ужас, что творится. Говорят, в Думе проголосовали за насилие над малолетними до 15 лет. Ну, а Глебу-то Боровскому-то, Грозовскому, смотри, 14 лет дали. Там Надежда Васильевна, что-то моя еще. Вот мы сейчас сваи пилим. Положи, Володя, попробуй пилить один, я тебе маленечко покажу. Я подкладываю с ним. Не наступай ногами, они скользкие. Да, еще полез Сергей Егорович-то и упал. И упал, и все. Вот они. Прям на дороге. Любой поедет, сцепил ее. Там делает, щебарничает тоже. Так, еще ты тут изобретаешь, скажи. Первое, коса. Крепится с помощью болта. Она не будет выпадывать? Нет, ни за что, железно. Болты с этой стороны, с этой стороны. Ну ладно.
ручки. Надо бы болт еще один вот здесь сделать, просверлить. Вот смотри, на этом, на дужке на этой. А, ну ладно. Там сталь такая, что не возьмет. Не надо. Можно только колышек забить. Колышек сюда. Понятно. А это что за тарелка у вас там в руках была? Это тарелочка в поезде заваривать мивину. Ну ладно. Все, да. Понятно. Ну еще да, посмотрели? Вот так. А. Можно нам на качели? Можно. Спасибо! Да, спаси Христос! А кот белый от них убегает, а они за ним. Вот на качели поволоклись девчонки. Коса великолепно косит. Ну-ка попробуй. Прям вот так. Как бритва. Ну ладно. Как бритва. Такой острой тут не было. Понятно. Сейчас мы будем переходить с Володей подальше. Володь,